видишь, руками помогаешь, все, как бы кувырки нормальные, да, но больше штыки не могу поставить, чищ. О, ну, да, чищ, шаса. Стоп, назад. Назад. Я сейчас проверяю, поэтому шапка. Пока Вика лучше всех. Пожалуйста. Так. Лишь головой касаешься. Так, патрон. Руки сзади, руки за колени. Жмуй и встань. Так. Лучше. Сюда, сюда. Чищ. Так, три, сюда. Смотри, ноги прямые, как у этого. Ну и ноги сильнее встать. Три, стоп. Сели туда. Сели туда. Значит, кто у нас выиграл? Я. Вика выиграла, семерочку имеет. Ты делаешь лучше ее. Красивее ее. Но не собралась. То есть здесь соревнования, но есть соревнования. Вадим, 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 садись сюда и все. Вот. Значит так, у нас вы вдвоем встали. Берете мат, ставите его сюда. Вы вдвоем, Григорика и его возьмем, Вадима. Другой мат. Его сюда. Это туда, это сюда. Вдвоем, вдвоем. Раз. Так, теперь у нас стойка. Если вы хорошо помните, мы делали выведение равновесия. Вообще дзюдоисты сидят на коленях. Вот в Японии все дзюдоисты, дети, взрослые сидят на коленях. Ладно, я вам разрешаю просто садиться аккуратненько. Вот. Да, иди сюда. Значит, еще раз. И дальше. Вот то, что мы делали в прошлый раз, я беру классический захват, ты берешь ответный захват. Нет, моя рука вот это левая. Да, необычный захват. То есть то правша, они борются вправо. То левша борется влево. Вот таких, как я, левшей, их меньше. То есть их 20%, кто борется так. Поэтому непривычно ему бороться со мной. То есть мне легче. Итак, одну ножку вперед, одну назад. Наоборот, да. Вот так. Я взял классический захват. Помните, да? Когда мы выводили из равновесия. Раз. Стой, спокойно. Спокойно. Выводим из равновесия. Расслабься. Расслабься. Да, я тебя не пью. Расслабься. Теперь смотрите, еще раз. Я его вывожу из равновесия, ухожу и скручиваю. Раз, раз, раз. Он идет и делает страховку. Вы помните это, правильно? Давай еще раз. Мы делали так, даже с фронтальной стойки. Ручки. Я беру захват и ответ, ножки во фронтале. Можно отсюда, можно чуть-чуть. Ой, какой ты. Знаешь, вот если человек напряженный сильно, у него мышцы устают быстро. И когда он расслабляется, и все, его сразу бросают. Все спортсмены это расслабленные люди. Боксеры, волейболисты. Все, не расслабленные. Только когда надо, я раз убираю. А ты стоишь напряженный, и когда что-то надо сделать, ты должен расслабиться, а потом сделать. Ну вот будь такой, как я, и все. То есть, ну вот возьми правую влево, я сделаю. Смотри, нет, не так быстро. Вот, раз, два, делай как я. Вот, мы делаем. Спокойно, спокойно. Раз, выводим его, иди, и... Падение. Еще раз вставай. Может быть, в другую сторону у тебя будет лучше. Еще раз берем захват. Несколько раз. Раз, два. Тихонечко. Хоп. Нагружаем на локоть, на локоть, на локоть. Падение. Встал. Вопросы? Нет. После этого же. После этого, ручки, мы должны научиться делать прием движения. И пошли, пошли. То есть я иду, потому что все приемы в борьбе с дзюдо делаются в движении. Вот мы идем. Идем. Ой. Смотри.
идешь назад. Ты не должен не падать, ты как в футболе. Вот смотри, не любишь играть в футбол, смотри. Вот ты должен идти вперед и должен идти назад. Ты не сидишь, должен двигаться сюда-сюда, баскетболист. Раз-раз, защитник, сюда, хоккеист. Все даже, а ты на пяточку наступаешь. Конечно, тебе тяжело. Берем захват. Так, раз, два, зачем я его вывожу, оп, движение, 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 и падает. Ой, знаешь, о чем это говорит? То, что нет, ты ходишь. Значит, еще раз, взять захват, два раза, раз, два, нагрузить сюда, развернуться и сделать бросок, оп. Вопросы? Нет. Вика, ко мне. Кого бросаешь? Раз, два, три. Встали. Кого? Его. Его. Да. Она тебе броски делает. Вперед. Вы. Вдвоем туда. Ты его начинаешь броски делать. Вы. А Вадим начинает делать. На месте, сюда, девочки, сюда, Михаила. Михаила делаем. Стоп, еще раз, стоп, не двигаемся. Встали, делаем раз, два, три, убираем ногу и делаем бросок. И после этого меняемся. Один раз Михаила, один раз Андрея. Аджина. Нет, не меняемся. Первый номер делает. Первый номер. Михаила делает, а я смотрю. Давай. Так, где моя палочка? И раз. Ну да, хорошо. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, заходите. Переодевайтесь. И ко мне. Стоп. Андрюха, а почему ты тебе делаешь? Так у нее с собой нет, это у нее третья, еще раз буду бить. Буду родителями разговаривать. Значит, посмотри внимательно. Тебе не надо вот так воняться. Так не делать. Это же переходи с нами. Ты должна делать. Давай. Показывай. Пожалуйста, это будем давать. У вас сегодня кросс и качает. Делай пять. Тоже вверх. Жой. Ковер. Я сказал, что ты делаешь. А что ты можешь делать? Иди сюда, да? Ко мне? Да, ко мне поворачивайся. Ты не даешь ей отрабатывать. Поворачивайся. Ты не даешь ей поворачивать. То есть ты не даешь ей отрабатывать. Мне нужно, чтобы она отработала. Ты понял? Бороться будем позже, пожалуйста. Переодеваетесь ко мне туда, просто качаемся. Вот, Михаила умница. Молодец. Вадим, ножку поправить. Давай. Да, ты начинаешь мне баловаться. Давай. Хорошо, Матвей. А сейчас я вам покажу тот же самый бросок, но он будет идти легче. Что? Сюда. Посмотрели сюда. Не здесь берем захват, а берем захват выше. Можем просто взять, посмотрите, взять отсюда. Андрюшка. Смотрите еще раз. Раз. Потом делаем два. Вот эту руку за шею, сюда я. Согнуть. Аджимен, прямо за шею берем. А если на месте хватит, меняешь? Никто не меняешь. Кто делает? Кто делает? Кто делает? Вадим, наклонись. Раз, два.
два. И одно. Берешь его за шею. Вот вы вот умница водитель. Прямо за шею потом. И. Раз. Вот. Вот. Вот так, правильно. Молодец. Еще. Две ножки. Отлично. Молодец. Давай работаем. Да, что такое? Я сейчас поднимаю на лоса. Нет, даже не на лоса, а ставлю чушки к тебе. И за шею его. Вот так. Вот. Молодец. Перенимайтесь и ко мне сюда. Пошли. Пошли. И хорошо, вот ты. Второй номер. Второй номер. Так. Второй номер делай. Адюмер. Выше заклад, за шею. Да, сейчас мы будем. Да, я расскажу. Давай. Еще раз так сделай, что она тебе будет просто. Еще раз. Ты берешь вот сюда, а ты берешь в эту сторону. Да ты уже слышишь, да. Так, видно. Делай ему. Делай ему. Ты рано поможешь. Давай. Вот, вот, давай, 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 правильно. Тебе так тяжело немножко. Переодеваешься сегодня кросс. Качаешься, но лучше сюда подлетать. Вот, вот умница. Вот, молодец, иди. Давай, 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 так ты ее обними прямо за шею. Вот, 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 дави ее, дави, дави, дави. Молодец. Ты не падаешь в мир. И еще раз, смотри. Руками выводить. Нужно, чтобы ваш партнер умел падать.
умел падать. Если он падать не умеет, одевайтесь туда, если он там. Если он падать не умеет, то это все, это бесплатно делать. Если партнер балуется, то тоже тяжело. Посмотрите, что я хочу, чтобы вы сейчас сделали, пока не переоденутся. Посмотрите, захват, захват, за шею. Можно и чуть выше взять, закрутку здесь. Дальше, вы идете назад, раз, два, три. Он наступил, я его скрутил за шею и поворачиваю. Теперь вот, должен упасть вперед. Давай. Я еще раз беру этот бар. Еще раз иду. Любая, только не быстро делай. Только не быстро делай. Еще раз, слушай. Раз, два. Смотрите, смотрите, чем вы... Аделина! Да. Я кому показываю? Еще раз, вы будете в среду это сдавать. И опять, если у вас не будет просто физически все, то есть техника, физика, теория, то я не смогу вас дальше оставлять. Я беру результат, иду к директору. Она говорит, смотрите, у нее кувырок был 5, остался 5. Да я буду вас тестировать каждый день. Посмотрите, у него было 5 отжиманий, сейчас 2. Смысл ее держать, как Сергей? Я начинаю говорить, нет, человек работает, человек делает. Он болел в это время, не болел. Могу согласиться тогда. То есть, вы видите, ко мне приходит... Эй! Разрешение? Нет, все. Нас спрашивают разрешение, мой дорогой. Еще раз показываю. Посмотрите, чем сильнее вы будете дергать, тем он будет жестче стоять. Что нужно делать? Просто спокойно идти. Раз, раз, раз на локоть нажали сюда. Оп, развернулись на месте. Оп, и он туда упал. Я шел сюда спиной, а теперь я разворачиваюсь, теперь лицом. А у вас все? Все на переде? Да. Пошли вот здесь разминались. Вот здесь, вот тут, вот тут. Нет, не надо бегать. Вот здесь, вот тут бегать. Вот такой здесь. Да. Как вы сейчас работаете? Аделина сюда. Вместе с ними разминаешься. Артем. Да. Уже получил. Молодец. Разминаешься. Христиан, не упасть. Туда. Нет, разминка. Еще раз показываю. Девочки, мальчики. Становитесь вот откуда. Вот куда? Вот еще раз. Аделина. Я разминаюсь. Потом. Аделя, потом. Я сейчас занят. Я объясняю. А я слышу. Еще раз. Эй! Идем. Идем, 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 идем. Раз. Бросок. Вот. Давай. Медал. Теперь ты меня бросаешь. Максим, убери, пожалуйста. Денис, убери. Теперь ты меня бросаешь. Раз, два, и. И так тебе в эту сторону, мальчик. Мы тебе будем сутаться. Максим. Куда бросать? Да, я сюда упал. Куда ты меня бросаешь? Раздевал. Я придумали сыну. Идешь ты, Гоша. Вы здесь вдвоем. Вика здесь. Вы. Здравствуйте. Эй. Что так? Пришел, надо говорить. Он сделал. Здравствуйте. Прошите зайти. Ну и там уже занимается, ты только пришел. Твой раз уже занимаюсь. На уровне. Тренировка 2. Ты крик такой. Может мне тоже крикнуть. Тренировка на уровне. А третий, когда у тебя шапки нет. Эй, Григорий! Вот сюда! Вот сюда! Бесбой! Туда! Вадим, туда! Пошли! Один раз ты, один раз ты! Андрей, сюда! Пошли! Пошли, разминаемся! Что ты не смотришь? Будешь стой!
Пошли! И бросок! Вика, идешь назад и бросай! Вот так! Потом меняемся! Потом меняемся! Второй номер! Да, что ты хочешь? Здесь они разнимаются, они делают! Пошли, разминаемся! Кристиан, грязный, грязный, Кристиан! Вика, разминаемся! Так, о, надо придать ускорение! Вот это разминаемся! Аделина, так шею крутишь, еще что-то другое. Не снял. Ну не снял, я его накажу. Ты иди с нами спать. Подойди тихонько. И все. Встанет, могу только я. Хорошо. Пошли, пошли. Сначала качаемся, потом пробуем. Еще раз, пацаны. Еще раз, пацаны. Пропустил занятие. Экзамен принимаю, но не ставлю. Пока не отработаете каникулы, я буду здесь. Приходите, качайтесь, двигайте кровь. Я там буду проверять. Нет, пока не отработаете. Ну, я не вижу там. Григорий, ходи мы на Юнопор, а не на Юнопор. Работаем, работаем. Вот так. Пошли, у вас 2 минуты еще раз Юнопор. На снаряде, чтобы сделали 700 раз. 50 раз, чтобы я землю. Кто-то. Куда же, Эрик? Не, ну хватит. Что с тобой? Малыш. Простите, что с ним? Разве у него? Контузия. Ты нас занимаешься, лицей? Что ты садишься? Иди в другую сердце, я тебя попрошу. Ты какой-то странный, я тебе говорю, тренер, ты говоришь, он мне что-то отвечает. Он не понимает. Что он не понимает? Что все разминаются на 12? Что он не понимает? Кросс? Да. Поставь там, Андрюха, поставь сейчас у них придет. Ну разминаемся. Я вообще в шоке. Опоздал, блин, на начальство. Ты с кем-то бежишь? Сам? Когда придешь, скажешь, смешно пришел. Матэ, бывший серия туда. Вы остаетесь здесь, кто? Так. Раз, два, три, четыре. То есть вы идете качать. Большие, ушли качать. Юрий Александрович, у них 7 уроков, посмотрите, что они качали. 700 раз. 700. Эй! Что вы ходите там за правилами? Я точно кимоно. Кимоно можно ставить? Как хочешь. Хорошо. Только не замерзнуть. Так. Уну, двое, три. Садитесь сюда. Да! Иди сюда ко мне. Ты заправлен? Как цурба. Как девушка заправляешься? Отсюда. Значит так. Кимоно одеваешь, идешь качаешься. Хорошо? Все, значит сейчас. Сейчас. Эй, ко мне, Винукваш. Ко мне. Винукваш.
А ты, Ирина, смотри, что туда. Давайте, 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 проходите, уходите. Все, уходите. Эй, кто там лежит у меня? Самшеры. Вот, молодец. Салаги? Да. Дедушек бьете. Чего вы дедушек бьете? Мало бьете, бить сильнее надо. Лентяй. Эй! Артем, Артем сюда. Я Артем не спал. Артем, хорошо, Кристиан сюда. Артем, бежать ко мне. А, сейчас, одну секундочку. Я тебя прошу. И иди туда. Да, ты туда. Сейчас я тебя отпущу. Посмотрите внимательно. Значит, у нас еще раз. Среда. 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 Мы сдаем контрольные нормативы. Страховку. Разминка самостоятельная. На оценку. То есть каждый разминается. Плохо разминаешь. Значит, оценка ниже будет там. 3, 4, 10. 11, 12, отлично, суставы больше. Дальше, страховка, назад, вперед, вправо, влево, стынка, дряб. Дальше, растоговерие на инке. Дой, трей, раз, два, три, то, что мы сегодня делаем. Бросок, рукая. Мы делаем какой бросок? Введение за равновесие в движение. Раз, два, оп, и бросок. Дальше. Эй, Петя, все закончил. Ну, уходи тогда. Да, и Петя трогать не будет. Сейчас, все разговоры. Исходные положения. Стойка фронтала. Стойка фронтала. Здравствуйте. Стойка фронтала. Макс, ты переодеваешься и здесь. Не иди туда, чтобы... Хотя лучше тебе послать, а то у меня Александр надо выигрывает. Смотрите, стойка фронтала, помните? Так, партер сус. Высокий партер. Низкий партер. Ближе, ближе, ближе локти, локти к коленам, к коленам. Вот так. Лечь на живот, животик, лобушка. Правильно он лежит? Нет. Ручки под себя, ножку согнуть в колени. Одну. Посмотреть на нее. Ножку в колени согнуть. Ложись. Ложись на живот. Одну ножку чуть-чуть на бок, одну ножку в колени согнуть. Посмотри на нее. Вы, как там у тебя, посмотри на колено. Ложись. Ногу согни в колени. Ой. Высокий партер. Ну как же я объяснял опять тогда? Каждый раз объясняй новичкам. Лечь на спину, спина. Положение на спине. Вот так. Вот, руки здесь. Вот так, умница. Так, вот, правильно, хорошо. Так, и еще одно положение. Какое? Раз, два, три. Вставай. Значит так, ты высокий партер. Высокий партер. Высокий партер. А с этого положения... Редко, то есть из него хорошо делать прием, называется болевой или странгуларий. Значит, что я делаю? Луксарий это удушающий, странгуларий, болевой. Я мобилизаю это удержание. Посмотрите, что я делаю. Я сажусь на локоть коняшку, забираю какашку, руку, руку, он сгибает руку, не сильно просто, опускаю голову, переношу ногу. И иду назад. Сейчас я буду падать. Не упирайся. Руку убери. Туда. Вот так. Смотрите, я что делаю? Сажусь. О. Дальше. Руки в замок. Руки в замок. Делаем болевой. Руки в замок. 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 Я. Потерюсь на все. На замке. Возьми замок. Смотрите, я сажусь. Захватываю. Мэна, мэна. Ноги скрестил. Не лежу, а сижу. Отсюда я держусь. Дальше. Этой рукой держу локоть, а этой показываю.